Женечка? Папа, куда она побежала? Женечка? Женя? Ты куда? Куда? Папа, куда? Женя! Женечка, что надо перестать с ней общаться. Странная, да, она какая-то. Ну все, Женечка, что с тобой там? Папа ее пучит, ее пучит! Да, говорю, надо перестать с ней общаться. Женечка, там все в порядке, Женечка. Заходи и играй на моем сервере fightex.ru, лицензия пиратка, неважно, версия сервера от 1.8 до 1.9, Bedwars, Skywars, различные ивенты от дроппера до сплэга и тирана, сервер без лагов и скидки на донат до 70%, заходи и играй прямо сейчас, ссылка в описании. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жейкой и Игорем мы продолжим играть «Кто твой папочка» в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет. Всем привет, ребята. Ребята, как обычно, не забываем ставить большие пальцы вверх, потому что чем больше лайков мы с вами сможем набрать, тем больше серий «Кто твой папочка» мы продолжим снимать и выпускать для вас как можно чаще. Да и, ребята, не забывайте подписываться на наши каналы, ссылки все есть в описании, и не дай бог ты меня еще раз ударишь. И также не забывайте писать свои комментарии, положительные, и писать в своих комментариях идеи для следующих серий по «Кто твой папочка». И давайте соберем 5000 лайков для того, чтобы мы оставили в описании ссылку на эту карту, где вы сможете поиграть со своими друзьями. Приятного вам просмотра. Папа, 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 мы опять хотим какое-то путешествие, да, Женечка? Да, 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 вперед, вперед. А знаешь, куда мы хотим? Папа. Ну, Женечка, мы давно. Я вот, знаете, хотел вам сказать, что я вот истинная пиндоска. Я люблю Америку. Хочу Америку! Папа, хотим в Нью-Йорк, Америка, лучшая Америка. Страна! Да, ладно, да, ладно, да. Поехали, поехали в Нью-Йорк, хорошо. О, поехали, поехали, поехали! Поехали! Приехали! Застряла! Папа, вытащи нас! Чё за конченое метро в Америке? Извините, я застрял. Я вас спасу! Я спас! Папа, мы приехали? Так, дорогие детишки, мы приехали, значит, в ваш любимый Нью-Йорк. И сразу вам хочу сказать, это город, конечно, красивый, но он достаточно... Вперёд! Вперёд! Женечка, стоять! Женечка! Куда? Сюда! 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 Так, я рассказываю. Диванчики надо поставить. Ага. Факел. В общем-то, я хочу вам сказать, что это город достаточно красивый, но он очень сильно опасный. Поэтому вам придется брать с собой пушку. Первая пушка? А мне пушку! Патрончики, патрончики, дай патрончику. Пушку! И Женечка, дай Женечке, дай Женечке тоже. Папа, успокойся! Папа, не бей. Пушку! Быстро пушку. Я дал вам пушки, патроны вот. Папа, папа, тут оружие вообще разрешено в Америке? Да! Чем больше стоит, тем больше возможностей. Что ты делаешь? Пушки разрешены. Ты сам сказал. И убивать, да, всех разрешено. Даже своего парня. Да, да, Женечка, даже меня. Да. Папа, папа, покажи нам Нью-Йорк, папа. Нифига, ёшки-матрёшки. Смотрите, это Гитлер. Папа, у нас в Бердянске такого нету. Нифига себе. Тут Гитлеры ходят. Так, собственно, странно. Дорогие друзья, точнее, пойдемте. Куда? Я вам покажу очень крутую тему. Нет, тут прикольно, ну куда? Да слушай меня внимательно, я вообще-то главный тут, да? Ну показывай, показывай. Папа, ты уже был в Нью-Йорке хотя бы один раз. Конечно, смотри, я тут цеплял тёлок одно время, да? Вот, у меня тут есть проулок. Там, короче, сейчас все покажу. Чё, там тёлки, папа, там тёлки? Женечка, Женечка, пойди погуляй. Нифига себе, это еще кто такой? Это почти такой, как вы. Да. Женечка, ты если будешь много есть каши и геркулес, такой же вырастешь. Давайте познакомимся. Давайте, папа. Привет! Нифига себе, он большой! Привет! Он нападает! Убейте его! Да вы меня не убейте! Нифига себе, он большой! Папа, папа, бей! Он гангстер! Я вам говорю, что это гетто-район. Чё-то реально Нью-Йорк какой-то опасный слишком. Да был такой. Бейте, бейте! Нифига себе он толстый! По-моему, он что-то заподозрил. Давайте, может, его оставим, мне кажется, он слишком какой-то. Ты какой? Помните какой-то вообще? Бьют! Меня бьют!
отрыть ему голову! Просто почти, почти, папа, добей его, папа, добей! Меня. Добей, добей его! Стой! Да какие, сэ! Ху, смотри, с него что-то выпало. Что? Эдичка, что это? Визитка Макдональдса. Нифига себе. А ну дай сюда. Смотри, смотри. Да, не бей меня! Так, визитка в Макдональдс. А слушайте, а может он такой большой гигант стал из-за того, что они тут пиндосы кушают всякие гамбургеры, картошку фри, колу пьют? Может это их секрет? Смотри, какой ребенок большой стал. Может это его секрет? Да. Может у него гены. Вы знаете, я видела какой-то там это, какой-то ресторан, там М было написано. На метро. Нет, я на площади видел, давайте за мной, я там где-то видел. Слушайте, если мы сейчас это тоже покушаем так же, как он, так может мы тоже такими большими станем? Да, я буду все ломать. Нифига себе, папа. Вы ничего не понимаете. Папа, папа, пойдем, пойдем. Хочу быть монстром большим. Нифига, это их секрет пиндосов, смотрите. О, папа, папа заказывает. Или может не будем заказывать. Вы можете американцы называть пиндосами? А в Америке можно просто так со стола все брать и кушать? Да, да. Нифига себе. Давайте, давайте. О, так, прикольно, прикольно. У них тут все бесплатный хавчик. В ресторанах. Вы можете не устраивать хотя бы дебош? Он его вообще ничего не понимает. Посмотрите на него, он не отстреливает. Вы что-нибудь чувствуете? Я ничего не чувствую. Я тоже что-то съел, съел вроде ничего. Да я хочу быть большой! Я нашел бомбу! Я выросла, я выросла! А, да нет, вроде все обычно, не знаю. Маленькая, и кончится. Дальше гулять, какой-то плохой ресторан. Какой-то, значит это не их секрет. Как он таким большим стал? Я же тебе говорю, это гены, широкая кость. Сейчас, папа, у меня что-то башка крутится. Я помоги, Женечка. Дай таблетку, дай таблеточку. А чё, чё за фигню я съел? Офигеть, чё это было? Вообще-то это не блевотня, это святое заклинание, можете сами посмотреть. Какая-то странная у них еда. С вами как, все нормально или вам тоже плохо? Нормально, понимаете, потому что я уже привык, я же уже здесь был. Женечка? Папа, куда она побежала, Женечка? Женя? Ты куда? Куда? Папа, куда? Женя! Эдичка, мне кажется, надо перестать с ней общаться. Странная, да, она какая-то. Ну все, Женечка, что с тобой там? Папа ее пучит, ее пучит! Да, я говорю, надо перестать с ней общаться. Женечка, там все в порядке, Женечка. Женечка, у меня тоже была таблетка. Держи, можно зайти? Ты не стесняешься? Женечка, на таблеточку, хватит, хватит, там тебе порвет все твои кишки. Пей. Фу, аж сюда потянуло, я побежал. Фу, да, отойдем немного. Я вообще не понимаю, все нормально. Женечка. Здесь там все в порядке, Женя, ты какая-то странная. Папа, папа, подействовало, подействовало! Гамбургеры подействовали! Нифига себе! Картошка фри подействовала! Стоять! Женя, Женя! Я тоже так хочу! Женя, вернись, Женя, ты куда? Нифига себе! Женя, только папу не убивай, пожалуйста! Папа, извини! Вы смотрите, какая я стала зеленая! Нифига, пупыришка зеленая! Женя! Я понимаю, ты сильная, но. Ну парня своего не убивай хотя бы. А хотите, я вам покажу свою суперспособность? Давай. Суперспособность? Вы посмотрите только, что я умею. Готовы? Какую суперспособность, Женечка? Я тебе помогу, Эдичка. Да твою мать! Тихо, он улетел! Где он? Какую способность? Смотрите, суперспособность. Смотрите внимательно. Давай. Внимательно.
Женя, ты своим пердаком что-то там подожгла. Женя! Нифига себе суперспособность! И где теперь американцы кушать будут? Вы можете мне объяснить? Что-то опять пошло не так, папа. Но мне кажется, где бы вы ни появлялись, все взрывается, да? Это уже нормально, да? Да. Ну, да, принципе, как бы, даже Нью-Йорк взорвали. Папа, лучше на... Да твою мать, да чё я, жертва какая-то? Папа, знаешь, что нас, наверное, вообще не следует с дома выпускать. Как да, и, нет, ты нормальный, у меня пацан растёшь, а вот это вот, это вообще... Женя, да, ну... Что ожидать? Всем большое спасибо за просмотр. Если вы хотите продолжение, давайте соберем 5000 лайков, и тогда мы оставим ссылочку на эту карту в описании. Да, ребята, и как обычно, не забываем подписываться на все наши каналы. Ссылочки в описании. Такой маленький. И также не забывайте оставлять ваши комментарии. Я буду жрать все комментарии, ведь я толстая, толстая, но не слабая. Мне кажется, Кирик все-таки помогает, да, американцы? Да. Поэтому, ребята, мы с вами будем прощаться. Если хотите больше серии, вы знаете, что делать. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Всем пока. Всем пока.